В одном из частных домов Иваново выявлен наркопритон. Его организовали сожители. Мужчина и женщина изготавливали и употребляли дезоморфин. Кроме этого, они торговали смертельно опасным наркотиком. На момент появления наркополицейских в притоне находились гости в состоянии наркотического опьянения. Хозяева притона уже находятся на учете в областном наркодиспансере. Все улики приобщены к уголовному делу. В настоящее время ведется следствие.